Следственный комитет завершил расследование громкого уголовного дела об убийстве Бориса Немцова. Как заявил сегодня официальный представитель СКР Владимир Маркин, пятерым фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции. Они начнут знакомиться с материалами. После этого свое заключение утвердит прокуратура. Затем дело отправят в суд на рассмотрение по существу. Непосредственным исполнителем, напомню, следствие считает Заура Дадаева. Еще один обвиняемый – Хамзат Бахаев. Предполагается, что он снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления. Тамерлану Эскерханову вменяется отслеживание маршрутов Немцова. Также по делу проходят братья Анзоры и Шадид Губашевы. Один из них мог подвозить киллера к месту убийства. Организатором и заказчиком назван бывший офицер батальона «Севера» Руслан Мухудинов, а также иные неустановленные лица. Их дело в отдельном производстве. Мухудинов арестован заочно и объявлен в международный розыск. Борис Немцов был застрелен год назад, 27 февраля на Москворецком мосту. Фигуранты не признают себя виновными, но их причастность к данному преступлению следствие считает доказанным.